Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. Очередная шикардосная награда царской России. Готовы? Поехали! Друзья, сегодня очередной короткий обзор. Вы уже видели у меня медаль за усердие в золоте. Сегодня я вам хотел показать ее серебряный вариант. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, поставьте на паузу, поставьте лайкос, если такие ролики вам полезны, потому что я продолжаю снимать ежедневно еще более интересные видосы, и ваша подписка и лайкос для меня лучшая награда. Значит, друзья, что это за медаль? Медаль за усердие. Она была учреждена еще в 1801 году, еще Александром I, который изначально награждали гражданских лиц, оказавших разнообразные услуги правительству, позже нижние воинские чины за сверхсрочную службу. Итак, выпускалась она 3 диаметров, нагрудная, шейная, памятная была 65 мм, и они выполнялись либо из золота, либо из серебра. После правления Александра I медаль учреждалась еще 4 раза при Николае I, Александре II, Александре III и Николае II. Соответственно, менялись и надписи. На аверсе по кругу написано БМ, потом имя правящего императора. В данном случае мы видим с вами Николай II, император, и написано самодержец всероссийский. Внутри круговой надпись, поплечное изображение самого государя. В данном случае это у нас Николай II. По состоянию мы с вами видим, что волосы еще читабельные, но на бороде уже подзатерлись, то есть есть ударчики по гурту. На реверсе данной монеты мы с вами видим надпись «За усердие», и обычно здесь были концентрические круги такие, а при Николае II изображение изменили. Слева у нас пальмовая, дубовая и лавровая ветви. Все это переплели воедино, и получилась вот такая вот красивая медаль. 26 мая 1915 года император Николай II утвердил положение Комитета министров об изменении пробы и размера золотых и серебряных медалей за усердие. Для медалей была снижена проба, размер шейных медалей уменьшался до 45 мм, а вот, которую вы видите, нагрудных до 28 мм. С 1916 года вместо золота начали чеканить из желтого металла, а вместо серебра из белого металла. На реверсе этих медалей стали помещать буквы ЖМ, желтый металл, и БМ, белый металл. Теперь нагрудные и шейные золотые медали стали называться первого разряда, а серебряные второго разряда. Цены на такие награды также, друзья, варьируются из тех соображений, выполненные они в первую очередь во вторую, из какого металла, драгметалла или обычного металла они выполнены. Значит, платформа Violity, на которой я постоянно продаю, покупаю различные предметы коллекционирования, неоднократно кидал ссылочку под каждым роликом, она есть в описании. Вы можете пройти, посмотреть, сколько стоит по проходам та или иная награда. Конкретно эта награда, ее цена порядка $100 в хорошем состоянии. Также бывает и от $50 серебряные награды можно приобрести. Иногда, если награда полностью прорисованная, полностью в шикардосном состоянии, то я видел цены и по 4000 гривен, и даже по 5000 гривен, что составляет на сегодняшний день 200 почти долларов. Поэтому медаль за усердие, разбег большой, все, естественно, зависит от состояния. Я думаю, что вот такое состояние от 2 до 3 тысяч гривен можно приобрести себе в коллекцию. Вот такой короткий ролик. Все каталоги по определению медалей и различных жетонов, фарфора и елочных игрушек, монет, как Украины, так и зарубежных, евро, СССР, Россия, царская Россия, можно приобрести у нас в лавке. Также под каждым роликом есть мой контакт. Спасибо за внимание, за лайкосы. Увидимся.